Любители перемыть косточки окружающим, какие знаки зодиака обожают сплетни и слухи. Слухи и сплетни – фактор, который лишь немногие могут игнорировать. Особенно, когда они касаются нас лично. По мнению астрологов, представители четырех знаков зодиака склонны к распространению сплетен и обсуждению слухов. Поэтому, если в вашем окружении есть представители этих знаков, имеет смысл обращать на них внимание. Близнецы. Интерес близнецов к разжиганию интриг и сплетен связан с завистью и ненавистью к себе. Распространение слухов для них является отвлечением от личных проблем, а негативное внимание к кому-либо другому является их целью. Их стиль общения обычно включает в себя бессодержательные болтовни и вредные сплетни. Лев. Львы, будучи огненным знаком, обладают увлечением собирать информацию, что иногда причиняет им проблемы. Львы любопытны, их стремление разведать новое порой может навредить окружающим. Они стремятся копать и наблюдать, а найденная информация становится знанием для использования в будущем. Рыбы. Рыбы выказывают интерес ко всему, что связано с жизнью окружающих, их делами, внешностью, действиями. Они любят раскрывать секреты и предлагать советы, которые могут быть скрытыми желаниями или настойчивыми предложениями. Овен. Овен, хотя и притворяется над этим, на самом деле также активно участвует в сплетнях. Хоть они отрицают свою заинтересованность в этом, они горячо внимательно слушают подробности. Овну важны детали, но когда речь идет о них самих, они защищаются и отрицают свою причастность. Изучение характерных черт знаков зодиака, связанных с интересом к сплетням и слухам, подчеркивает разнообразие личностей и подходов к общению в различных астрологических знаках. Несмотря на различия, все они проявляют интерес к слухам и сплетням в своей уникальной манере, от избегания признания своей заинтересованности до активного распространения и недостоверного отрицания связи с ними. Это показывает, что даже в астрологических рамках, люди могут обладать различными подходами к восприятию и распространению слухов, что демонстрирует широкий спектр индивидуальных характеристик и психологических особенностей в зависимости от знака зодиака. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.